Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы посмотрим самую грустную историю про монстров. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придут никакие монстры. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а мы начинаем! Припарковала собаку. И это тоже. А зачем они собаку домой не берут? В смысле, она должна сидеть на улице и ждать? Ну, вообще, конечно. Ага, тут собака такая, знаете. Ну, что будет, что будет? Что? Это ужасно! Я думала, они подружатся. Капец, злобный волк замочил всех животных. Поэтому нужно забрать собак домой. Капец, он их всех загасил вообще. Это же ужас. Вот оно что. Он их всех обратил в свою банду. А чем ты думала, когда шла спать, оставляя своих... Слушайте, теперь они людей, получается, превратят в эту фигню. Ну как может свинка против волков быть? Это невозможно. Ну, хотя бы он отвлек внимание. Так, все, закройтесь все по домам, это кошмар. Пропали продажи. Ну а догадайтесь почему? А догадаться невозможно, никто же не знает почему. А, у них собаки разносили пиццу. А теперь собак нет, они превратились в волков. Какая жесть! И что ж ты придумаешь? Надо звонить в полицию, мне кажется. И чтоб волков ловили и отправляли в лес. Думай, думай, думай! Я предложила свой вариант. Так, она обратилась к какому-то... Или он, я не понимаю. Оно обратилось к какому-то профессору, чтобы... волков-роботов вывести? Чтобы что? Она станет армией против волков настоящих? Посмотрим, что это будет. Эти роботы могут разносить тоже еду. А зачем тогда? Подождите, сейчас будет неравный бой. Машины против реальных волкодавов. Опа. Обалдеть, он его вырубил просто сразу. Это круто. Ну, конечно, это... Они боятся, что теперь роботы-волки на них нападут. Я бы об этом подумала. Он еще смеется, он, значит, у него есть интеллект. Это плохо. А они всего одного разработали, и он теперь с ними ходит-бродит. Ну, это, конечно же, да, такое. Обалдеть, если бы у нас в городе работали роботы, преступности бы точно не было. Блин, интересно, когда это наступит эра? Итак, собрались с друзьями. Один пьет мыло, второй лук, третий брокколи. Вкусы меняются, очень весело. Я бы попробовала мыло, хотя я пробовала, честно. Не очень. О, да, круто! Это самый классный челлендж, который я видела, когда у тебя меняются вкусы коктейлей. И ты не знаешь, с каким ты вкусом будешь его пить. Это здорово. Пока! Фу, луковый коктейль. Вы знаете, я люблю луковый суп, который в Париже. Традиционный. Очень вкусный. Там вот такая корочка сыра. Но он луковый. Если бы мне в детстве сказали, что мне будет нравиться луковый суп, я бы очень долго смеялась. Клубника вкусно, что? Да, клубника это класс, у него появляется сердечко. Мыло точно невкусно. Брокколи, не-не-не, только не брокколи. Обмен. Томатный все пили, томатный. О боже, что с ним стало?
Губка Боб! Иссохся! Слушайте, а что же будет с перцем? Это не красный перец. Потушите его скорее, он взорвется. Опасно иметь друга, который может взорваться. Самый безопасный из них это вот посерединочке. Кот. Укола самая классная. Борьба за приз. Им просто нужно жить вместе, чтобы приз стоял в одном доме. Сладости, магазин. Что это, Пигги? Очень похоже на Пигги. Хочется кушать, а тут смотрите, бесплатная еда. Это где это такое? Как это бесплатно? Не может такого быть. Что тут нечисто? Ну заходи, бесплатный сыр только в мышеловке. Я боюсь представить, к тому же она свинка. Что? Как такое может быть? Это как? Боже. Почему она не поинтересовалась, чем за это платить? Я бы сразу спросила. Свинья! Да, конечно же, кола как раз таки подходит. Ты не все съела. Почти все. Еще осталось 4 тарелочки. Давай. Смотрите, смотрите, смотрите. У нас тут этот. Похоже на борщ. Мне кажется, это борщ. У меня слюни потекли. Почему-то так вкусно выглядит. Это же нарисовано, Ксюша. Перестань, это же нарисовано. Кажется, она наелась. И это вот официанты такие сейчас сидят на нее, смотрят, думают, ну давай, давай, ешь. Я, кажется, поняла, они ее откармливают. Вы понимаете? Вы понимаете ход моих мыслей? Я вам серьезно говорю, тут что-то нечисто. Я не знаю, чем все это закончится. Сколько можно есть уже? Давай уже беги. Беги, беги, беги отсюда. Беги, свинка. Тебе здесь не место. О боже. Это был десерт. Десерт, десерт. Все, мне интересно, чем все это закончится сейчас. Так, все, она поела. Причем обожралась, если честно. Чек. $1000 для детей бесплатно. Ну, хотя бы они ее не съели. Она не прочитала, что там для детей. Ё-моё. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Пока.